Слава Господу! Бога нашего мы можем славить на музыкальных инструментах, в пении, и можем славить в молитвах. И у нас эта возможность будет сейчас. И вот перед нашей общей церковной молитвой у меня есть желание поделиться одной мыслью. Знаете, на этой неделе мы на работе разговаривали с женщиной, она говорит, ну, у меня бывает в жизни, когда я вот что-то, я говорю грязные слова, но я не думаю, что Бог за это меня в ад отправит. Как ты думаешь? Я говорю, ну, не за слова твои Бог отправит тебя в ад, а с Богом будут те, кто верит в Бога и следует за Ним. Follow to Jesus. Она, ха, хорошо, я об этом подумаю. Знаете, Иисус, когда был на этой земле, Иоанн записал в 10 главе, с 24 стиха мы прочитаем. Евангелие Иоанна, 10, 24 и до 30. Тут иудеи обступили Его, то есть Иисуса, и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушают голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Здесь люди были, это наследники обетования, это потомки Авраама, иудеи. И они гордились этим, и они знали, что все обетования, которые сказаны Богом Аврааму и потомкам его, они принадлежат им. И царство, которое будет, они в нем будут. А вот Христос сказал немного по-другому. Он говорит, я говорю вам, вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, вы не принимаете. И Он говорит, вы не из овец Моих, а вот овцы Мои, они слушают Меня, и я знаю их, и они следуют за Мною. Вот это вот единение во Христе, это одно целое со Христом, когда человек откликается на Его призыв. Дорогие друзья, если я спрошу, кто знает, кто у нас президент? Дети даже скажут, Дональд Трамп, мы знаем все его. Кого из вас знает Дональд Трамп? Меня не знает. Может, он даже не думает, что в церкви в стейк-колледже есть. А вот Христа мы знаем. Он Сын Божий. Но этого недостаточно. А Христос знает вас. Вот здесь говорится, овцы Мои слушают голоса Моего. И Иисус говорит, и я знаю их. Где происходит встреча, знакомство? У креста Голгофского, в молитве покаяния. Знать, что Иисус Христос, Сын Божий, Он был 2000 лет тому назад, недостаточно. Знать нужно, что Иисус Христос на кресте Голгофском – жертва за весь мир. И вот сознавая это, я прихожу ко кресту Голгофского в молитве покаяния, это начинается встреча, и оттуда войдет, я следую за Ним, за Иисусом Христом, слушаю Его учения и поступаю, как Он учит. И вот там, у креста Голгофского, Он дает жизнь вечную. Она начинается здесь, на земле. Такой простой путь. Ну, не такой легкий, но простой. Этот путь спасения доступен каждому человеку, который пожелает. В прошлое воскресенье нам Денис предложил притчу о блудном сыне. Это такое хорошее свидетельство, такое слово, рассуждение. И мы говорили о блудном сыне, который с дома отца ушел в дальнюю страну. И потом пришел, когда в сознание, в доме отца моего рабы избыточного хлеба, а я умираю здесь, я встану и пойду, и пришел. И мы говорили о любящем отце, который ждал его, который вышел навстречу. Дорогие друзья, я понимаю, и это слово обычно направлено к тем, кто-нибудь был в церкви, а потом ушел,
так вы блудный сын, вернитесь, Бог ждет вас. Знаете, для меня по-другому немного смотрится, если рассуждаем. Я думаю, что в лице Адама и Евы все мы, блудные сыны, которые ушли от Бога в непослушании. И вот эта природа адамовская, она передается даже малых деток. Сегодня будет молитва над ребеночком маленьким, а в него уже природа вложена. И по своей наследственности нам самопроизвольно не райские обители, а, увы, ад, который Бог не человеку приготовил, а дьяволу и слугам его. И вот я бы сказал, что все человечество по этому широкому пути идет, и оно направляется в ад. А Бог через Христа протягивает руку и говорит: дай мне руку свою, я тебя вытащу. Помните, у Исаия 51 глава, в первом стихе написано: «Взгляните на глубину рва, из которого вы извлечены». Я радуюсь, что в жизни моей был день, когда Господь меня вытащил из рва и поставил на путь спасения. Дорогие братья и сестры, вы помните этот день? Это начало, это встреча, когда Господь заключил с нами завет. Он вошел в сердце Духом Святым и даровал новую жизнь, жизнь вечная. Она начинается здесь, она продолжится там. У Александра Федоровича она уже там, а мы еще пока здесь. Это чудная встреча. А вот те, кто не принял Иисуса Христа, когда Он подает руку, Он не отозвался ни за слова плохие, ни за поступки. Иисус Христос, кто помнит 3:16? Все мы наизусть знаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Следующий стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына». Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Дорогие друзья, нормальное, произвольное состояние человека – это путь в погибель. А Бог предлагает спасение. И оно во Христе Иисусе. И оно начинается, слыша слово о Христе. Мы веруем, размышляем и делаем сознательный выбор. Да, Господь, Ты Спаситель мира. Я хочу, чтобы Ты был мой Спаситель. Я знаю, что в нашей церкви большая часть – это люди спасенные. Быть может, кто-то ушел из ковчега спасения в мир греховный. Как в той притче: Бог ждет, когда ты вернешься. Я знаю, что дети у нас, подростки, молодежь, может, и взрослые, которые слышали о Боге с детства, которые знают о Боге, которые знают Иисуса Христа. У меня вопрос. Дорогие друзья, а Христос знает вас лично? У вас была с Ним встреча, знакомство? Оно происходит у креста Голгофского. Знаете, Бог работает не через чувства наши, а через наш разум, сознание. И потом добрая воля человека, потому что человек – это образ и подобие Бога. Конечно, далеко ушедший, но все равно добрая воля у него есть. Если ты откликнешься, это чудная встреча, начала жизни вечной. А потом Бог говорит, помните, Христос, когда уходил от земли, Он говорит: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Вот что значит follow to Jesus, следовать за Иисусом, слушать Его слова и исполнять в жизни нашей. Одно из повелений Его – это войти в церковь Его, в ковчег спасения. Быть может, в нашей церкви есть те, которые уверовали в Иисуса Христа, приняли, как вот наша Стефани, которая слышала о Боге, знала,
А потом ей пришло, и она открыла сердце свое, она приняла в сердце свое. Следующий шаг в свое время – это откликнуться на призыв. Я знаю, что в нашей церкви каждый год в ранней весной начинаются занятия по подготовке, а летом проходит крещение. Дорогой друг, если ты еще не вошел в церковь, но уже обратился ко Христу, рассуждая о том, что тебе нужно исполнить повеление Иисуса, следовать за Ним, войти в церковь и принять святое водное крещение. И всем, кто следует за Иисусом, я верю, это начало жизни здесь, на земле. Тогда и грязных слов у нас не будет, тогда и плохих поступков не будет. Тогда в учении Иисуса Христа мы будем радость иметь, радость спасения, потому что Христос в сердце. Господь говорит, «Я и Отец одно». Иисус Христос говорит, «Кто верует Мне, Я в Нем буду, и Он во Мне». Вот это единение, которое никогда не закончится. Даже когда наша жизнь закончится на земле, она продлится там в вечности. Сегодня мы собрались вместе, чтобы порадоваться о Господе нашем. О Господе спасения моего. Можешь ты сказать, что Бог, Он Бог спасения моего? Тогда мы сегодня склонимся и поклонимся Ему. Если ты не можешь сказать, что Иисус Христос, который на кресте Голгофском умер, Он Спаситель мой. Быть может, сегодня во время пения, во время стихотворения, во время проповеди Господь будет говорить к сердцу твоему, отзовись, выйди, помолись молитвой покаяния. Я верю, это будет начало новой. Я верю, потому что знаю, я этим воспользовался, и Он подарил новую прекрасную жизнь. Это знают те братья и сестры, которые встречу имели со Христом, и Бог подарил новую жизнь. Откликнись на Его призыв. Это важно в жизни своей сделать. Быть может, кто-то ушел далеко. Бог сегодня, как добрый Отец, как любящий Отец, как благий Отец, Он ждет, когда к Нему придет. Он обнимет, восстановит. Это будет радость, которая никогда не закончится, которая продлится и в вечности. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно. Слава за это Господу! Слава за спасение, которое Он дарует! Слава за обетование, которое Он дал детям своим! Пусть она из наших уст и сердец изольется в молитве. А Ему честь и слава. Аминь. Поклонимся Господу нашему.